Христос воскресе, православные! Поздравляю с самым большим, самым великим праздником для православных – это Христово воскресение, Пасха. Но хочу поздравить не своими словами, а словами Иоанна Златоуста, нашего великого святого, которые звучат обычно на ночной литургии в церкви. Мне не очень нравится, поэтому вот такие вот будут поздравления. «Кто благочестив и боголюбив, насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством. Кто слуга благоразумный, войди, радуясь в радость Господа своего. Кто потрудился постясь, прими ныне динарий. Кто работал с первого часа, получи нынче заслуженную плату. Кто пришел после третьего часа, с благодарностью празднуй. Кто достиг только после шестого часа, нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь. Кто замедлил и до девятого часа, приступи без всякого сомнения и боязни. Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу, и тот не страшися своего промедления, ибо щедр домовладыка принимает последнего, как и первого». Ублажает пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и трудившегося с первого часа. И последнего одаряет, и первому воздает достойное, и тому дает, и этому дарует. И деяние принимает, и намерение приветствует, и труд ценит, и расположение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа своего, и первые, и последние. Примите награду, богатые и бедные. Друг с другом ликуйте. Воздержанные и беспечные равно почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне. Трапеза обильна, насладитесь же все. Телец упитанный, никто не уходит голодным. Все насладитесь пиром веры, все восприните богатство благости. Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало царство. Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед в ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся его плоти. Предвосхищаясь, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив тебя в преисподних своих. Огорчился ад, ибо упразднен. Огорчился ад, ибо осмеян. Огорчился, ибо умерщвлен. Огорчился, ибо низложен. Огорчился, ибо связан. Взял тело, а прикоснулся Бога, принял землю, а нашел в нем небо, взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе, ибо Христос, восстав из гроба, первенец из умерших, Ему слава и держава во веки веков. Аминь.